Сегодня принято очень важное решение в правительстве Республики Казахстан. Дается старт программе народного IPO. Вы знаете, что этому решению предшествовала большая подготовительная, организационная, техническая, финансовая. То есть большой блок вопросов был разрешен с участием международных, зарубежных экспертов, консультантов, банков, финансовых институтов. То есть к этой работе было подключено большое количество людей и опыт зарубежный. Для нас это первая такая программа. Я думаю, ее успех будет зависеть от активности, от пропаганды, от той большой работы, которая этой работе предшествовала. Вот. Поэтому у казахстанцев предоставляется возможность направить свои сбережения не только в покупку недвижимости, вложения в депозиты, в банки, но и вложиться в современные финансовые институты. Эта программа предусматривает, что акции может купить любой гражданин Республики Казахстан, и акции известной международной национальной компании «Казтрансойл». Считаю, что эту программу, эту работу необходимо будет широко пропагандировать, о чем мы сегодня говорили. Необходимо разъяснять людям особенности фондового рынка. Каждый казахстанец должен получить исчерпывающую, необходимую информацию для принятия решения. Поэтому я хотел бы обратить внимание еще акимов областей, регионов, городов Алматы и Астаны на эту большую работу, чтобы к ней максимально нужно подключиться.